Так, в эфире, мы в эфире. Добрый Здрасте, день! Майя у нас помогает. Да, мы вот так. Я на дне сижу тут чуть-чуть. Меня опустили. Мы находимся в магазине Mon Parfum в Кубометре в Днепре. Вот, давай. Ой, палец. Вот, сейчас мы будем использовать вот эту вот всю коллекцию. Секреты любви от Мартины Микалев познавать. Она женщина в этом разбирающаяся. Пятеро детей, успешный брак, да, все хорошо. О, два человека и один лайк. Мы уже заработали один лайк, ура! Так, поставьте второй. Нас уже пять, привет. А вдвоем семь, нас уже семеро. Ага. Семь это почти, какой там, Дэвида Линча фильм, да? Конечно. Конечно. Еще пару лайков, все, начинаем. Начинаем. Значит, вот это вот у нас «Секреты любви», 2016 год, как всегда, парфюмер Жан-Пьер, он или Астье? Да. Астье, у меня с французским плохо, Астье, да. Вот, и сейчас мы будем пробовать, у меня тут небольшой списочек. Привет, девочки, не надо вместе говорить, хорошо, не будем. Будем молчать. Так, значит, мы начинаем. Первый аромат. Хочу Делис. Делис переводится с турецкого, я все узнала, переводится безумие. Вот, а вообще у меня ассоциация с харьковским тортиком Делис. Пробовали такое? Нет. Шоколадный шоколад с шоколадными вафлями в шоколаде. Но я думаю, отношения к этому он не имеет. Значит, у нас верх, мускатный орех, апельсин, лавр, сердце, слива, корица, роза, база, ваниль, ут. И вот я сливу очень люблю. Да, флаконы. Отдельная вообще история, эти флаконы. Давай ты, у тебя ногти красивее. О, да, вот именно так и нужно держать. Короче, мне эти флаконы напоминают, у меня двойная ассоциация. Либо как такая лампадка, да, вот как будто там внутри что-то огонек плещется, а то божественный эликсир, на самом деле. И второе, почему-то с поющими в терновнике, вот как будто это куст какой-то такой, вот такой. А для меня это кованая дверь. Ну да, открывается... божественные райские ворота. Конечно, да. Конечно, которая открывает вам мир глазами парфюмера и бренда Мартин Микалев. Да. Секрет. Ну, давай. Вот. Безумие мне, пожалуйста. Отлейте. Угу, конечно. Так, да, ну, то только подожди, у меня же мало кожи. И на блоттер тоже. Мы будем и так, и сяк. Мне нравится, как пахнет моя кошка. Это и есть запах мускуса? Ну нет, я бы не сказала. Смотря какая порода. Это эти, ну, кто там, сфинксы ж по-особенному пахнут, по-моему. Ну, мускус это как бы больше из оленя. Не совсем. Не столь отдаленных оленей. Так, как мы разместимся, чтобы удобно? Ну, вот так как-то. Ну что, безумие безусловно есть, что тут сказать. Очень явно камбоджийский ут. Здесь есть вместе с мускатным орехом. Очень красиво звучит. Это вот как раз они из восточных стран привезли эту коллекцию. В чем особенность бренда? В том, что они путешествуют по миру и свое парфюмерное вдохновение как раз черпают из разных уголков мира. И вот из путешествия по восточным странам они привезли эту шикарную коллекцию. Так, поэтому... спрашивают, что пробую Делис от Мартины Микалев, вот это вот в таком флаконе, и это 2016 год. Так, красивый мимоик, спасибо. Я старалась. Слушайте, ну он правда, он такой насыщенный какой-то, вот он-то плотный очень, ут сладкий, вкусный, сливу, в принципе, ну черносливная она какая-то, очень засахаренная такая, тоже она густая прям, ну он такой... Ну, любители густых ароматов. Да, густой, восточный. Ну вот ночной он такой, да, арабские сказки, все дела. 1150 еще ночей. Ну, днем его тоже носила очень хорошо. А в жару как? Вот в жару, шикарно, наверное, тоже здорово. Хорошо звучит. Так, а у нас тут были комментарии. Это Ириса, привет! Показывайте. Понравился в бронзе. Сейчас попробуем в бронзе тоже. Ну, короче, да, и мускатный орех, ну, вот первый, по-моему, самый явный мускатный орех в органзе очень хорошо Живенши прослушается. Ну, там он меня душил, а тут, в принципе, он, видно, как-то как базовую функцию несет, то есть он, ну, немножко ореховой терпкости есть, и вот она, в принципе, помогает, дополняет это все. Этому зачет, мне прям нравится. Про миксы мы расскажем потом?
Про микс мы не будем рассказывать. Все это будет наша тайна. Это будет тайна. Только тот, кто придет в сам арт-бутик, познает все эти тайны. Польет на себя. Так, сейчас. А ваниль есть же там? Есть. Что я говорила, есть? Ваниль это фирменный почерк Мартин Микаев. Он везде, есть везде, да. Каждого раза. Ну, вот сейчас дальше ваниль пошла. Такая горьковатая, может, даже пережженная чуть-чуть. Короче, да. Да, хорош. Хорош. Натали, жду отзыв Pure Extreme. Есть у нас Pure Extreme? Да. Это чуть позже. Мы записали, подождите, сейчас эту линейку, коллекцию затестим, потому что она очень редкая, на нее мало отзывов, и я что-то вякну. Хорошо, давай дальше. Дальше у меня идет по списку гламур. А гламур, я вот все названия попереводила, это не просто так. Гламур — это очарование, между прочим. Значит, вверх у нас тоже мускатный орех, яблоко, персик, сердце, жасмин, роза, слива, база, кашмирское дерево, сандал, белый мускус, ваниль. Вот мускусов я боюсь, на самом деле, они на мне не очень хороши. Не бойтесь, белый мускус — это тоже... Его тоже можно есть. Да, это тоже почерк Мартин Микалев. Прошу, наношу. И вот сюда, вот, да, да. О, спасибо. Сейчас мы будем наслаждаться очарованием. Ну, вообще, вот если по концепту, я понимаю, что это типа безоблачная, радостная, прекрасная любовь. Не то, что у Киллиана там вот это слезы, там и что-то, там это искупление, все дела. Тут все очень позитивно. Ну, так, позитивистка Мартина наша. Ой, ой. А что как туберозы? Нет уж там туберозы. А что, мне это прямо... Это специи. А может, а там апельсиновый цвет есть? Есть, я не вижу. Нету. Замыливается, вы имеете в виду? Нет, не замыливается. Ну вот как апельсиновый цвет, такая терпкость. Не, ну не то, что зеленоватая. Ну вот мне что-то она напоминает, ну как будто сладкая тубероза и с апельсиновым цветом, не знаю. Мускатный орех с яблоком, мне кажется, и персиком. И жасмин, тут как в Элиане, жасмин, вот тоже такое прямо, ух. Да, вот, наверное, это я с жасмином туберозу попутала. Девочки, Иланг Инголд и Пачули есть в продаже и цена? Иланг Инголд есть в продаже, есть. Пачули под заказ. Цена? Цена приемлемая, плюс на счет снижения минус 40 на все. Ну, короче, вы можете в инстаграм monparfum.ua написать, и там вам все скажут. Или сейчас все-таки Майя озвучит эту секретную информацию. 100 миллилитров Иланг Инголд 3300 получается сейчас. 5500 полная цена. 30 миллилитров получается полная цена 2580 Иланг Инголд. С учетом скидки. Поздравление от нас, вы получаете его за 1548 гривен. Ага, все, я не буду повторять, все слышно, все понятно, я надеюсь. Так, гламур. Ну вот гламур мне не очень, у гламура вот слишком он эллиновский, по-моему. Ну вот, наверное, если вы фанат Эллиана, ну что, многие фанаты, вот у меня мама фанат, ей бы подошел, я с Жасмином просто, мне он надоел. Очень нравится тем, кто любит Дживенши, Ангел или Демон, самую первую классическую версию. Черно-белый. Так. Такс. Ну, короче, вот гламур, понятно, тому, кто любит жасмин, тому, кто любит, наверное, так скажем, ароматы, ну, пятилетней давности, модные, но на более, ну, как бы, обновленная какая-то версия с новым каким-то звучанием, так сказать, с особой ноткой. Ну, тут в этом случае у нас мускатный орех получается. Ну, вот что-то ни яблоко, ни персика, ничего не мог. Ну, дает такую легкую нотку свежести. Чуть-чуть, если бы там было. О, привет, Настя нам. Настя наша. Тут ручкой помаши. Настя, узнаешь ручку? Это я. Хорошо, давай дальше. Дальше у нас гурме по плану. Гурме — это гурме... особый аромат. Да, вот у нас, вот он меня вообще по пирамиде дико интересует, потому что у нас тут вверх ладан, малина, это же уже классно. Я люблю, когда ладан вообще миксует с чем-то диким. Сердце, фиалка, кожа, каштан.
Так, база, бензоин, сандал, пачули и мускус. Короче, вот, господи, извините, пожалуйста, я не то прочитала. База, лабдан, умут, ваниль. Я перепрыгнула на другой аромат. Ну, гурме, типа гурман, типа эстет, типа что-то изысканное, да? Аромат с нотками копчености. Копченость. А ну копченость этот же каштан часто дает. Вот каштан мне вообще как жареные семечки пахнет чем-то. Ну сейчас попробуем, сейчас проверим. Ладан, малина. Вау! О! Вот это да! Слушайте, вообще крутой. Очень необычно. Очень, прямо очень, приочень. Вот такая кисловатая даже копченость, какая-то дымность, и при этом потом вот эта вот сладкая съедобность. Съедобность, есть такое слово? Ну, будет! Гурманистость, съедобность, сладость. Вот это круто, вот эта композиция. Вот это я вам... Кстати, он как мужской, по-моему, тоже хорошо будет на каком-то таком... Да, да. Мужчине, который знает себе цену, который умеет себя импозантно представить. Очень красиво звучит с кашмира. О, он супер, да, да, он супер просто вообще. Вообще, вообще. А на мне на коже кислит чуть-чуть. Вот, попробуй. Да, но это только начало. Это только начало. Кострик только разгорается. Все еще впереди. Да, вот это интересно. Да. Подобного аромата я не встречала. Это какой аромат вы сейчас тестите? Это мы тестим гурме. Да, гурме вот такой вот. Он супер, да, но его надо разнашивать. Он просто очень необычно звучит. Прямо без аттеста сложно, может на коже по-разному себя вести, но он очень интересный, вот прям дуже цікавий. Прям... По шкале цікавезності на 100. Ну да, прям такой очень, да, мне нравится. Короче, незамеченные вы не останетесь, как это, можно писать эти пресс-релизы. Я заметила миколев на коже другой, нежели на блоттере. Так, конечно, все другое, чем на блоттере. Потому что, ну, тут они какие-то многоуровневые очень ароматы. Они пока раскроются, там столько этапов, всяких стадий пройдет. Ну что, дальше идем? Да. Дальше у нас passion, страсть. Верх ут, апельсин, корица. Сердце, кашмирское дерево, карамель. База, бензоин, сандал, пачули, мускус. Опять я боюсь мускуса. Вот у меня не страшит. Бойтесь, не бойтесь. Я очень боюсь. Красивый аромат. Это а покажи. Мой любимчик номер два. Это такой лимон, так. Цвета лимонного золота. О, да. Красивый. Это какой-то сногсшибательный глинтвейн, как по мне. У меня пока нет. У меня пока вот эти вот, ну, почему-то как будто перчик с апельсином или с лимоном, или чем-то таким. Ну, с цитрусами. Перечно-цитрусовый пока. Сейчас. А хотя и что-то аптечное на дне, вот. Ой, у нас посетители. Добрый день. Здравствуйте. Я очень. Водичка. 25 гривен до конца. Ага. Спасибо большое. Звоните. Спасибо, конечно. Водичка очень хорошая. Спасибо вам большое. Будем рады сотрудничеству. Вот так. Все, видите, по-честному, в прямом эфире тут только еще как не евангелисты, как они называются, а свидетели Иеговы только еще не приходили. Да, ждем мормонов. Так, а на руку куда мы нанесли или мы не наносили? Не наносили еще на руку. Куда? Вот сюда, чтобы носом, да, я достала все-таки, ага. Хорошо. Очень этот аромат я люблю. Ждем раскрытия. Еще раз глаза так закатить надо, да. Вот. Да. Такие эмоции будете испытывать. Ну, passion. Это действительно страсть, которая захватывает вас и беспощадно уносит. Кружите меня, кружите. Конечно, не отпускает.
Не отпускает это из другой серии. Что это тут? Кружит, не отпускает вас из... О, нет, на мне сейчас мускус вылез. Ну, мускус это моя, я боюсь. У меня вот кожу, как я люблю ее, и как она иногда на мне плохо сидит. Но еще хуже на мне бывает сидит мускус. У меня кожа такая просто. Либо вот пыльными мешками, как вот этого черного платьица Ерлен. Пыльный сладкий цемент. Вот. И либо в зоопарк приехал. Понятно. Советский цирк. Тарара, что мне встать? Не-не-не, попробовать хочу просто на вас, если можно. Нет, гурме просто слышу. Тут подмешивается гурме. Гурме из-под локтя лезть. Да, ну вот оно сюда подмешивается к аромату, я сейчас не могу, скажем так, разделить их. Чувствуете гурме? Вот, не, вот, мне... Нотка копчености подмешивается. Мне нормально. Ну, кстати, он оттуда тут нету вот такого, как... А может, на тумбочку нанесем? Конечно. Давай. Не жалея рук своих. Да. Оп, да. Хорошо, ждем еще трошки. А на блотере что у нас? Не тот. Не тот. Не тот. Мимо. Акелла промахнулся. Ну, лимон и мускус почему-то. Шо? Уда мало. Бензоин. Есть бензоин? Бензоин, он сам по себе, это как такового аромата, ну, я помню, мы общались на эту тему, но тут чувствуешь? Ну, он мне дает, он лично мне, он дает объем и такую некую нотку алкогольности. Поэтому для меня это аромат какой-то глинтвейна. Вот за счет корицы, вот пряности, которые там есть. Но и бензоина. А мне не глинтвейна, а мне он не сладкий. Глинтвейн должен быть. А что это вы мне неправильные глинтвейны тут наливаете, подсовываете? Ай-яй-яй. Короче, аромат зачетный. Вот аромат идет в ту серию степь, которых я люблю. Моно Руж туда же. Вот мне похож чем-то. На Эпика Муажинский чем-то, по-моему, тоже похож. Но на мне лезет мускус. Мускуса я боюсь. Я не трус, но я боюсь. Ладно, подождем еще, как раскроется. Мы перенюхаем мои локотки. Немного позже. Да, немного позже. И у нас остается последний из этой линейки Sensual, чувственный. Значит, тут у нас вверх гальбанум, мускатный орех, опять-таки лимон, грейпфрут, сердце, апельсиновый цвет, жасмин, база, мускус, сандал, ваниль. Вот, в серебре мы уходим, или в белое золото. Пожалуйста. Пока спиртяшка. А скажите вообще, а вы меня как, с работы смотрите или где? Или вы сейчас на отпуске? Вот мне интересно. И, кстати, напишите, пожалуйста, вот насчет трансляции, какое время и удобно. Нам удобны будни, потому что тут тогда тихо и нормально, и никто нам не мешает, ну, кроме дядечек, который водичку предлагает. И почему же только водичку, а? Как же так? Вот пришел, а вам полторушки воды нужны. Ну что это такое? Это Восток. Восток. Дело тонкое. О! Ой, мне нравится. Он вот уд... Это гальбанум цветочек же, да? Угу. А мне он что-то как орхидейным чем-то пахнет. Они близки. А мне ореховый. Ореховый? Кожурка? Кожурочка. Кожурка есть. Кожурочки орехов. Когда зеленый еще орех, вот эта кожурочка, она обдирается. Ой, ух ты, вот нас это... Юлианна смотрит, Елизарьева, причем крутой парфюманьяк. Привет, спасибо, что зашла, очень приятно. Утром нормально. А утро это до скольки? Утро это до двух времени. Или до скольки, или до девяти, до восьми. Вы вообще с десяти работаете? Да. Ну, да. Хорошо. Ой. Друзья, вот этот прям мне очень нравится. По-моему, он такой, ну, по крайней мере, под мой характер очень подходит. То есть он и вроде, ну, как я себя позиция, и женственный, и такой strong woman, которая с характером, с
эмоции, целеустремленная. Короче, удик с цветочками, но цветочки нежные, удик достаточно ощутимый, но это все так очень хорошо сочетается. Мне прям очень-очень нравится. Так. Итак, значит, мой фаворит какой? Какой мне там понравился больше всего? Сеншоу. Сеншоу это самый фаворит, как ни странно. Я на вот тот вот ставку делала, который с малиной. Нет, я... На гурме, да? На гурме ставку делала, но он мне не так зашел. Вот, значит, сеншоу это прямо... Гениально, я бы сказала, прямо он очень хорош. Делис хороший. И что там? Какой этот горелый был? Гурме. А, гурме. Гурме крутой. Гурме крутой, но очень необычный. Так, мне сейчас, секунду. Мне удобный будник, вторник и четверг. Это выходные. Я дома слежу за котами, наслаждаюсь трансляцией. Хорошая тема. Утром с 10, ну можем и с 10, ради бога, тем дольше мы сможем с вами посидеть. А там? Короче, да, определились, фаворит, а можешь показать, значит, Сеншел это number one для меня, да, вот он, да, потом для меня идет Делис. Вот этот мне очень понравился тоже. И настоятельно советую на гурме обратить внимание, даже с целью как бы свои познания и расширения парфюмерного кругозора, потому что он очень необычный. Вот. Хорошо. Значит, мы коллекцию, как сказать, пробежались по коллекции. Кстати, я хочу сделать анонс небольшой. Немножко у меня формат будет меняться. Я видео не хочу сейчас снимать. Нет у меня настроения, вот. Нема, как это? Натхнения, да. И поэтому я пописывать решила. Вот у нас будет такой формат. Мы будем пробовать, все пробовать. А то, что будет мне очень-очень сильно нравиться, я буду еще разнашивать долго-долго, долго формулировать свои мысли, и вот изощренные всякие метафоры придумывать, и потом писать свой блог. Покажи, как выглядит флакон с крышкой. Сейчас. А сейчас пойдем прямо пройдемся и покажем. Вот они. Вот такие они красивые. Они кованые, они прям железные, да, шикарные. Шикарные флаконы, это тут вообще не попишешь. Тяжелые такие и вообще. Вот, красота. Ой, я тут открыла какой-то ящичек. Так, вот, давайте этот обзор, сколько тут добра я сделаю, вот так. Вот оно, в каждой ячейке по драгоценности какой-то. Сенсол супер, я слушала и понравился Мон Парфан, только не оригинал, а по-моему экстрим. Есть такой? Красота и произведение искусства. Произведение искусства. Да, это вот, ну, действительно, ну, синтез, можно сказать, двух искусств. Во-первых, у нас тут, ну, альфакторное искусство, собственно, а второе, ну, и дизайн все-таки, да, тут с большой задумкой, это же вам не аптечный флакончик какой-то. Ручная работа, ручная работа. Магазин «Лавка чудес», вам говорят, понятно? Так, стоп. Вот, из Мон Парфюм есть два. Есть два. В данный момент. Это кристалл, вот, да? Да, кристалл и классика. А черный, есть такой еще золотой непрозрачный. Есть голд. То голд, ага. Угу. Хорошо, ладно, у нас там заказывали попробовать чего-то. Давай пробовать. Так, заказывали Pure Extreme. Pure Extreme, я сейчас тогда быстренько зайду. Я тут взяла свой этот ноутбук на всякий случай, вдруг бы трансляция не запустилась. Я вот запасной вариант, а то мало ли что. Сейчас я на это вот ноты найду, чтобы было. А то скажут, что я выдумываю что-то. Значит, кристалл. Значит, кристалл. Угу. Ищем, ищем. Pure Extreme. Есть такой. Небо для женщин. 2015 год у нас. Ой, а тут другая коробочка. Что такое? Что поменялось? Вот тут вот. Вот такая вот. Вот это такая. Просто лимитированная коллекция, которая вся в стразах идет. Магазин оформил очень оригинально, шикарно и уютно. Да, тут прямо супер. И значит, у нас идет здесь.
Что у нас идет? Гордения роза, средний жасмин и база благородные древесные породы амбра и белый мускус. Ну, поехали. Прошу. Ой, он такой кремовый какой-то, угу. По-моему. Нежный слегка. Да, нежный, ну вот как крем для тела, очень такой вкусный, очень успокаивающий нервы. Наверное, мне такой нужен. Да, роза есть, роза. А что там, что нас показывает по телек? Нет, это просто ага. Витрина интернета. А можно на меня куда-нибудь? У меня еще чуть-чуть осталось кожица. Да, конечно. Вот сюда, на локоток. Давай. Ага. Вот какая красота тут. Я им очарована женственная. Да, бесспорно. Бесспорно женственная. Да, такая роза. Роза, пудра, крем. Да, современная роза, ну, не болгарская, ничего такого. Гарно, дуже гарно. Ну, вот Монтерфин Кристалл как раз еще открыла для девушки. Ага, вот. Мы можем туда еще подключить трансляцию, будет типа вашу маму и там, и тут показывает. Я его когда-то пробовала, мне он понравился. Очень стойкий, говорят. Нет, про экстрим, я так поняла. Ну, или так, оно все очень стойкое у Мартины-то, нашей-то, Николев. Да. До 60% натуральных масел именно, и, конечно, это дает стойкость. Но есть просто прям очень-очень стойкие, а есть просто очень стойкие. А какой самый очень-очень-очень-очень-при-очень стойкий? Для меня самый-самый стойкий. Самый. Best of the best. Number one. Это аромат Watch от Мартин Николев. Часики. Тубероза и ваниль. Да. Вот, очень стойкий, это просто... И второй, на втором месте после него, идет пазл номер один. О, это я не знаю вообще коллекцию. Это лимитированная коллекция, было их два, остался вот один. А какой? Это аромат с персиком и смородиной, то есть, который открывается. Давай! Гулять-то гулять, да? Все подряд будем пробовать. А можешь мне еще вот Монпарфам отдельно пшикнуть, я их с кристаллом посравниваю. Они несравнимы, они абсолютно разные. Да, то есть это не то, что там продолжение, это... упрощение, усложнение, да, дополнение. Да, 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 это у нас пазл номер один. Пазл номер один. Пазл номер один, явно. А точно перс, ну как абрикос. Абрикос, персик. Натурально достаточно, и так это вот, как бы сказать, рассыпчато. Это Монпарфюм. Так, а кожа есть у Миколев? Есть. Кожа вот та с ванилью? Есть две кожи, как минимум. Две, сейчас. Да. Так, это просто Монпарфюм. Это Монпарфюм, да. Ну да, он другой, он более солидный, он более дамский такой. А этот кристалл больше... Веселенький, да, жизнерадостненький, да, хорошенький. Да. Он может типа кристалл, что он поблескивает и типа привлекает больше внимания. Это кристалл. Да, это кристалл. Кристалл. Ой. Оп, я все уронила. Я все потеряла. Я пока развлеку. Да. Поможешь просто пожонглировать флаконами. Так, из кожи есть, вот лимитированная коллекция, было 4 аромата с ванилью. Это ваниль кожа, остался вот только в тестере, это, скажем так, последний шанс, последняя возможность. Попробуем. Товара уже нет, то есть только тестер, мы из него можем сделать левант, либо как-то замерить и отправить таким образом покупателю. Вот, это мечта для тех, кто
вот любит ароматы. Это аромат контраста. Боже, как нам... Ванили и кожи. Да коптит гурме прямо. Да. Он вам не даст засохнуть. О, да. И у нас по нотам что, кроме ванили и кожи, есть что-то? Ну, кожа создается такой березовой нотой. Береста. Из явно, да, скажем так, классическая кожа. Вот ну да, как Cuir Lancôme есть тут, да, что-то. Да, да. Cuir de Russie. Угу. Вот, аромат очень красивый, но я слышу четко березу и ваниль. В принципе, на это и был расчет. Угу. А вторая кожа какая? И есть кожа из новой коллекции ванильной. Еще одна. Мадагаскарской ванилью, да. То есть ванильные коллекции периодически повторяются, потому что это как бы, ну, очень востребованные они. И там просто разная ваниль, разный характер коллекций. Здесь больше ванили. Кожа вообще другая. Кожа оттенена шафраном, мускус. Здесь есть ваниль. Угу. Кожа, белая кожа, шафран. Ирис Ланг-Ланг. Вот это вообще крутой. Вообще он такой, женственная кожа, такая красивая, прекрасивая. Да. Если тот, ну, одномерный, можно сказать, вот который... Но он очень контрастный. Но... Мягкая ваниль и такая жесткая угу. кожа. И вот до этого угу. Очень контрастно. Здесь очень мягко, да. Очень сглажено, очень женственно. Еще раз, как это называется? Это ваниль кожа из новой коллекции. А это была ваниль кожа из старой? Из старой коллекции, ага, да. Хорошо. Я за новую. Ну, хотя старая тоже прекрасная, но она более деловитая, что ли, а это прямо красавица. Кожа. Здесь все мягко. В новой коллекции все мягкое, все очень сглажено. Ну, так я читала у Мартины интервью, она сама говорит, что она предпочитает, но не любит слишком острые углы, чтобы все так было мне закончено, совершенно обтекаемо. Ну, хотя, в принципе, она же использует... коллекция у нее была... Контрастные, вот, да, элементы. Такая девочка-байкер. Образ предыдущей, вот, как раз, да, девушка такая в кожаных вещах и довольно рок-н-ролльная, да, характерная. Вот. Так, дорогие зрители, что-то вам еще показать? Что-то вас еще интересует? Заказывайте. Заказывайте, гуляем, готово, любой, да? Каприз. Пробуем все, что хотите. Вот этот вот. Да, Essential, да. Number one. Number one. Number one. Так. Иланг, девочка спрашивала нанести. А, Иланг and Gold. Вот как раз и говорят. Да? Давай. Ну я его немножко знаю, о чем он, но давай. И я потрясла, боже, вот это так красиво, как оно красиво перламутрово переливается. Ревивал, попробуй. Ревивал, да? Ревивал, да, Ревивал. ССМ. Сейчас. Попробуем. Сейчас попробуем. Ну да, Иланг, это прелесть. Ну блин, это шампунь кря-кря, это, ну, этот лимонад Буратино, это все, это мое детство, как вся моя молодость на Монмартре. Очень классно, очень веселый. Ну и это ваниль тоже есть. А карамель там тоже есть, да? Да, есть. Ну, там сливочная ситуация. Ну да, берется. Вот это вот все счастье, радость, прелесть. А ну-ка, можно мне его на коже? А вдруг он на меня на коже плохо сядет? И все будет хорошо, я не буду и его не хотеть. И больше не будет обзора в нем. Да. Какая интересная методика сдабривания полутора пальцами. А как иначе? Ну как, ливануть. Не ливанешь особенно. Это что такое? Это Ревивал. Чье? Леся Сэйми. Это Богдан Зубченко. А, ага. Главный парфюмер бренда Bizet Parfum. Самый известный украинский нишевый, ну, парфюмер. Bizet, понятно почему. Имени себя же, наверное. Ну, Безе, как бы... Богдан Зубченко. Было бы странно. Ой, эвкалипт. Есть там эвкалипт? Да, да. Есть эвкалипт. Можжевельник.
Точно, да, зеленая лиса, вот это нявка, мавка, лисова, что-то такое, гарно. Очень хорошо на коже открывается, как раз летом. И, ну вот мята, эвкалипт, такая вот свежесть какая-то. Такое ощущение, что это библиотека ароматов, у кончики стоят книжки на полках, так и тянется рука взять книгу и заглянуть в нее, почитать. Да, да, вот, давай, бери, вот, что хочешь, бери. Так. Интересно, а почули услышать? Есть почули? Почули Микалефа нет. Почули Микалефа нет. Закончилось. Заказ, принципе, Наташа, скажи. Есть ваниль почули. Из новой коллекции ванильной. Давай. Наташа, скажи, на тебе похож, на что тебе похож аромат чая от Робера Пиге? Есть чай? Есть. Сейчас разберемся с почулями. Почули я немножко пробовала. Они были очень копченые. Нет. Да, колбаски это были. Это без колбасок. Бранденбургские какие-нибудь. Прошу вас. Я, по-моему, уже скоро унюхаюсь. Так, давай, наверное, чай последний и заканчиваем, потому что у меня что-то уже... Отказывает. Да. А я не знаю, я не верю, что кофе... Мне кажется, кофе аромат, он еще хуже делает. Ну, то есть, что это все... На шатырем надо, на шатырем. У меня других вариантов нет. Несите это шатырь, она занюхалась. Уколы в сердце, да, остальные штучки мы не делаем, да. Почули купила мужу, но прикарманила себе на осень. Мне ревивал, да, понравился. А марка какая прослушала? Марка Лесе Сэмми. Вот, Лесе Сэмми. А можно я покажу коробочку или что-нибудь? Ну, давай. Сам аромат вот. И коробочка. И коробочка, вот. Да. Ну все, успели, да? Кто не успел, ставьте на паузу. И там внутри что-то, да? А, внутри оно в бархате вот так вот лежит. Да. Ну ладно, я пошла. На, то унесу ненароком. Я по запаху определю, где вы. Собака взяла след. А что, есть, наверное, эти? Это всегда так. Это красиво. И это Made in Ukraine? Да. Офигеть, молодцы. Продвигаются. А у нас тут кто? А у нас тут кто-то притаился под кустиком и прячется. Это зайчик. Это Лара. Зайчик Лара. Вот, добавляйте девочек, друзья, будет у вас много-много друзей. Кстати, вы же можете консультировать прямо в чате. Мы можем. Эти девушки могут все. Так, ваниль почули, плотный, терпкий, сладкий, с, ну вот да, с глубиной некоей. Темная ночь, почему-то черная какая-то. Майя, мы вас теряем, куда вы нас бросили. Я просто наношу аромат чай от Робера Пиге. А что про почули можете сказать? Аромат, однозначно очень красивый, если обычно почули ассоциируются... Подвалы. Да, подвалы, мертвецы, зомби. Мертвецы, картошка свежевыкопанная. Ну что, готичный замок, вот эти вот подземелья, винный погребок. Ну, кому как повезло. То здесь, в принципе, такого нет, как по мне. По крайней мере, на тех кожах, на которых мне удалось это... Упробовать. А на моей не удавалось еще. Ну, я думаю, сейчас. Так на коже мы не наносили. Эфир прекратится.
Ну вот, очень красиво открывается, нет такого вот звучания явного подвала, очень не объемный. Да он вообще по подвала нет. Да, вот, да, действительно шоколадный. Вот что все говорят, что в волшебных почулях от Новой Зари есть шоколад. Нету там, и вообще, ну, нельзя за 200 гривен купить хорошие почули, ну вот хоть тресни. На мне это один раз было что-то типа шоколадное, такое просто горечь какая-то и там тон, но вообще это была жуткая аптека. А тут, да, вот почули, они... Действительно, шоколады, наконец-то. На кожу будем наносить? Есть еще кожа? Есть кожа, коленки. Ну, пальцы ног. Давай, вот сюда, давай. Так, пейте воду. Его хочу, ох и Леся, да. Обожаю шоколадные почули Барнео вот такой. Потекла. Я тоже так сказала, когда первый раз попробовала. Просто такая техника намаза. Ждем. А на коже немножко сиропом от кашля каким-то. Это в начале. Ну да, а что там, анис может есть или нету? Анис есть. А, есть анис, я угадала. И машина отправляется мне. Суперприз. На коже лучше. Теплеет сразу так. Красоту. Очень-очень любит он, конечно, кожу именно. Оживает только в коже. Да. Кожу. Там этот просто как такой слепок заготовка, тут прям переливается. И прямо так, ух, такими этими, как... Вот источники. Волнами. Нет, мне как напоминает, как гейзеры такие, вот горячего воздуха какие-то. Да, крутой. Вообще очень крутая коллекция, очень крутая. Ванили именно, их шесть ароматов, очень крутые. Для любителей именно ванили, она не кондитерская, натуральная ваниль, с свойственной для нее горчинкой и при этом разнообразная абсолютно. То есть есть аромат ваниль-ваниль. Такая. Кому мало одной ванили? Баден-баден. Да, баден-баден, ваниль-ваниль. Вот. Да, есть аромат ваниль-кожа. Тоже это мой любимчик. Ну это же мы вот пробовали уже. Шафран делает такую же такой несколько прохладную. Вот кажется, что ваниль. Ну, вот мама решила позвонить, вот именно когда не надо. Все, мы отклонили. Угу. Продолжаем. Ванильные ароматы есть такое, скажем так, стереотип, что это какие-то сладкие ароматы, не гурманские. Нет, здесь все не так. Аромат ваниль шафран. Ваниль кожа, где нотками шафрана. Я люблю шафран безумно. Мне, да, он какой-то такой комфортный, так он мне идет. Да. Вот, ваниль кожа. Есть ваниль пачули, вот, которую мы сейчас распробуем и будем дальше пробовать в другие времена. Очень красиво открывается этот аромат, особенно во влажную погоду. А вот мне какая-то в этом, опять мама, натуральность чуется, вот какая-то чуть ли не, ну, не травянистость, ну, не, или древесность, но вот какая-то вот живая, то есть, ну, если, короче, живое там что-то есть, натуралистичное. Тут натуральная ваниль, натуральная вот пачули, очень красиво, которая переливается, вот в котором есть такая некая камфорность. Есть. Немного, совсем чуть-чуть. Очень красиво. Она очень положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и даже легких. Вот. Так что... Ингаляции от Мартины Николев. Да. Так, и последний у нас идет. Это не последний, это было, получается, три мы обсудили. Чай последний. Я договорю еще про ванильную плитку, буквально два слова. Есть еще ваниль самбак, это аромат ванили и жасмина самбак. Самбак, жасмин самбак очень красивый, не такой, как встречается в люксовой парфюмерии, а именно натуралистичный, с легкой такой индольной ноткой. Да, но это очень-очень натурально, вот как пахнет именно настоящий цветок жасмина. Вот, есть ваниль гаяк и есть ваниль ут. Ваниль ут — это вообще отдельная история. И все они есть? Да. Но это мы уже в следующий раз. Если захотите, напишите, итак, мы попробуем. Итак, переходим к чаю. Да, у нас тут вопрос. Унмока, есть такой аромат у вас? Унмока. Вот, сейчас.
Вот-вот просят. Ну, не прослышала про красивый гурманский аромат Микалев Унмока. Ну, не знаю, есть ли он сейчас на прилавках. Ну, видимо, нет. Нет, на прилавках нет. Майя суперспец по ароматам. О, спасибо большое. Мы с Натальей вместе. Чай. Ну, я любитель, я это душой воспринимаю, а вы профессионально. Я точно так же. Все начиналось именно с души. Душа поэта. Чай. Чай. Зеленый. Некоторые сравнивают его с лимитированной коллекцией Шалимара. Ух ты, господи. Нет, ну я чай только этот Булгари знаю, вот его Верта или какое-то оно вот такое вот. Это зеленый аромат, здесь нотки мате, нотки чая, нотки пчелиного воска. Я так сразу, представляю чашку, и туда набрасываются листочки, комочки воска, визуализация, страшное дело. Ну да, такой освежающий, приятный аромат. На лето, да, я думаю, хорошо, очень приятно. Но все, кто ждет легкости от этого аромата и вообще от этого бренда, они будут разочарованы. Это ароматы очень-очень объемные, очень густые и плотные. Здесь нет такого легкого аромата, чтобы так нанес и свежачок свежачком. Ну и хорошо. Нет, такого не будет. А я такие вообще не приемлю. Мне нравятся свежачки, так они должны шлейфить, так чтобы вот всем уже свежо было, хочешь ты или не хочешь. Да, вот эта свежесть. На мне он запудривается, как Шалиман, и не съел, и не лёс сенсуэль, господи. Вот. С пуховой кисточкой. Вот-вот, это Анастасия? Да. Отвечает. Апиге Ут Делис, попробуй, пожалуйста. Апиге Ут Делис. Так, ну это последний, потому что мне уже дурно. Вот так выглядит Ут Делис. Это мой любимый ут, медовый ут от Робер Апиге. Роскошный аромат. Вообще, уды у Робер Апиге это нечто невообразимое. Что-то он мне очень похож на те пачули почему-то. Ну, подождем. За счет, наверное, того, что медовость. Ну, медовость, шоколадность и ут. Ну, а сейчас немного... вот немножко аптечный ут лезет ко мне.